Для многих любителей дачного отдыха начинается новый сезон. И первое, что делает человек, приезжая на дачу, конечно же, готовит вкусное блюдо для себя и для своей семьи. Естественно, это классический шашлык, крылышки, либо что-то другое. Ну а если вы готовы перейти в новую весовую категорию, то в самое время присмотреться к тандыру. Эксплуатировать тандыр очень просто. В этом вы можете убедиться, посмотрев ролики на нашем канале. Единственная сложность, которая связана с тандырами, это муки выбора. Для того, чтобы правильно выбрать тандыр, в первую очередь нужно определиться с тем, что вы будете готовить и на какое количество народу. Если же вы готовите либо для себя, либо для своей небольшой семьи, конечно же, нужно обратить внимание на маленькие тандыры. Из линейки «Амфора» это тандыр «Донской», «Кочевник», либо же «Охотник». Если вы собираетесь готовить для больших компаний, либо хотите приготовить какое-то крупное блюдо в тандыре, то присмотритесь к таким моделям, как «Скиф», «Аладдин», «Ясаул». Ну и если вы хотите приобрести стационарный тандыр, который нужно долго топить и который будет долго отдавать тепло, и поэтому можно за несколько заходов приготовить несколько блюд, либо же что-то крупное, например, баранью ногу, то можно приобрести тандыр «Большой», «Атаман», «Дастархан» и «Аладдин». В больших тандырах можно готовить очень крупные блюда, либо порционно готовить блюда, которые постепенно будут появляться на вашем столе. Конечно же, от размера тандыра зависит его масса. У небольших тандыров толщина стенок от 4,5 см, а у самых старших моделей она может достигать 6,5-7 см. При этом масса тандыра будет уже свыше 200 кг, поэтому двигать его будет уже довольно проблематично. Но, пожалуй, самое интересное в приготовлении блюд на тандыре – это те возможности, которые он вам дарит с помощью различных аксессуаров, которые можно докупить отдельно. Да, базовая комплектация у тандыров довольно богатая. Это, естественно, все необходимые элементы его конструкции, плюс шикарные кованые шампуры в комплекте к каждому тандыру «Амфора». Но существенно расширить ваше меню помогут аксессуары, которые можно докупить отдельно. Это различные елочки с чашами, шампуры, двойные шампуры, крюки для приготовления больших кусков мяса, различные этажерки, на которых можно готовить как мясо, так и лепешки. И самое интересное и самое экзотическое – это керамические аксессуары. Это различные чугунки, курницы и утятницы. Ассортимент тандыров довольно большой, и для того, чтобы окончательно определиться с выбором, я вас приглашаю зайти на сайт farnax.ru в разделы «Тандыры» и, конечно же, лично посетить один из наших магазинов в городе Новосибирске. В каждом нашем магазине работают специалисты, которые попробовали на себе, что же такое блюдо, приготовленное в тандыре. И поверьте, они с удовольствием помогут вам определиться с выбором, и вы будете радовать вкусными блюдами себя, свою семью и, конечно же, своих друзей. Ждем вас в магазинах «Фарнакс». Заходите к нам в гости, заходите на сайт farnax.ru. До встречи, счастливо, пока!